Все мы любим загадочные создания ночи – сов. Их таинственные глаза и беззвучный полет вызывают у нас интерес и восхищение. Храбрая, таинственная, молниеносная птица, полная загадок и мудрости. Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в увлекательное приключение на урок лепки сов из воздушного пластилина и домика для них в виде дерева-цветка. Откройте свое воображение и приготовьтесь создать настоящую магию ночи. Суперкрутые совы на канале Бамба. Вперед! Бамба, почипати-баду, бамба, почипати-баду, бамба, почипати-баду, бамба. Бамба! Вы наверняка знаете, что совы – это символ мудрости и интеллекта. Эти загадочные создания обладают потрясающей способностью видеть в темноте и летать практически бесшумно. Но интересно ли вам, что совы – это одни из самых разнообразных птиц на Земле? Существует около 200 различных видов сов – от маленьких до огромных размером с собаку. Каждая из них уникальна и имеет свои собственные загадочные качества. Совы расселены по всему свету, от экватора до холодных северных стран. Их можно найти везде – и на морском берегу, и в горах, и в пустыне, и в степи, и даже в городах. Большая часть сов держится в лесах или лесистых местностях. Совы обладают невероятным зрением. Их глаза специально адаптированы для охоты ночью. Они могут поворачивать голову на 270 градусов, что делает их настоящими супергероями среди птиц. Глаза сов полностью неподвижны. Именно поэтому природа наградила их такой подвижной шеей. Большинство сов дальнозорки, то есть вдали они видят лучше, чем вблизи. Кроме того, они лучше видят в сумерках и в темноте, нежели на свету. У сов целых 3 пары век. Первая служит для моргания, вторая – для защиты глаз, третья – для сна. Беззвучные хищники-совы – настоящие ниндзя в птичьем мире. Они летают абсолютно бесшумно, благодаря своим специальным перьям на крыльях. Это позволяет им подкрадываться к своим добычам незаметно. Настоящие мастера скрытности. У сов есть особое перо на крыле, называемое пуховкой. Когда сова летит, она разводит крылья, чтобы создать больше шуму. И затем режет их втянутыми перьями, создавая тихий полет. Интересная тактика обмана. Полет совы совершенно бесшумен благодаря ее особенным перьям. Это полезное свойство помогает совам в их ночной охоте. Большинство сов – ночные птицы. Днем они предпочитают спать. Совы – настоящие мастера охоты. Они охотятся на мышей, крыс, зайцев и других мелких животных. Их основное преимущество – точность. Сова может точно определить расстояние до добычи по звуку, а затем атаковать быстро и метко. У сов есть ушные перья на голове, которые выглядят как уши. Это необычная особенность, которая помогает им ловить звуки. Невероятно! Некоторые виды сов могут менять свою окраску, чтобы скрыться и стать похожими на деревья, на которых они сидят. Это называется камуфляжем, и он помогает им скрыться от хищников и быть невидимыми для добычи.
сейчас мы приступим к процессу создания домика для сов в виде дерева-цветка. Звучит очаровательно. Верхнюю часть пластиковой бутылки оборачиваю пластилином, чтобы создать основу домика. Далее прорежу окошко, а крышу украшаю листьями и желтыми лепестками цветка. Домика, украшенный цветами, создаст эффект цветочного дерева и прекрасно впишется в общую тематику. Наши очаровательные совушки и их цветочный домик готовы. Подпишитесь на наш канал и оставайтесь в курсе о следующих уроках и приключениях творчества. Вместе мы создадим мир, где фантазия станет реальностью. До встречи на следующем уроке! Бам-ба, бам-ба.